может еще пивковать? Блин, у меня денег сейчас нет, давай ты пойдешь. Хорошо, тебе потом. Да, ну потом так потом. О, зацени какая тачка. О, поехала. Где? Видишь, ты вот черная. О, я себе сделаю. Ну, блин, я такой себе присмотрел. Ты че ты морозишь? Куплю, поиграешь, блин. Да у тебя на пиво-то денег нету, какая тачка? Бля, у меня все будет. Посмотришь. Берешь чужое, отдаешь свое. Да, берешь чужое, отдаешь свое. Берешь чужое, отдаешь свое. В конце так можно потерять все. Дело было так, решил я как-то приобрести шикарное авто. Начальник капитал, бумага, телефон и книги. Отыскал номер давнего знакомого, по-моему, Бексомом его звали. Разговор был короток, детали обговорим на месте. Встретились в итоге в кейсе, я нес кругленькую сумму. Бексому обещал вернуть долг через месяц ровно. Я вел себя раскованно. Эй, он смог запасти вон того типа что-то сильно раскованно. Он ведет себя, проследи просто, чтоб не потерялся. Надоело получать вместо процентов пальцем. Братуха, не бандиты мы теперь в коммерции. За долги не принято здесь отрубать конечности. Но вынуждают, да, вынуждают. Ну и понятно, справедливо попадают. Вообще-то этого типа я вроде знал раньше. 20 лет назад, когда мы делали с тобой вещи с Питера, он даже записали что-то вместе. Неважно, через месяц должен быть на месте с кейсом. Берешь чужое, отдаешь свое. Да, берешь чужое, отдаешь свое. Берешь чужое, отдаешь свое. В конце так можно потерять все. Можно потерять все. Берешь чужое, отдаешь свое. Да, берешь чужое, отдаешь свое. Берешь чужое, отдаешь свое. В конце так можно потерять все. Часы решил зайти отметить в бар. Недружелюбно встретил амбал, стоявшую у входа. Нахмурив брови, я понял, каждому своя погода. Я шел по помещению, разглядывая столики, сидящих за ними музыкальные ролики на большом экране. Вдруг увидел пацанов знакомых. Давай и ты с нами, сели выпили. Я заказал еще и блеска в глазах парней не заметил. Исчезали купюры из пачков, и никто не сказал остановись, мальчик. Сели в тачку, алкоголь, дурь, сучка. Казино, бесконечные клубы, неделя, две сорочки. Двери еле смог ухватиться. Вошел в дом, день отходил, проснулся, думал снится. Пустой кейс, узнал ближайший рейс. Схватился за голову, найдут в другом конце света. Но как бы там ни было, я поехал за билетом. Через пару часов я находился в салоне самолета. Рядом храпел кто-то, но я не спал. Я помнил слова Бексома: не вернешь долг через месяц, не будет пальца, потом второго. Все три месяца держал ухо востро, слился с новым местом быстро. И вот я шел домой, услышал голос за спиной. Нашло еще время, с Бексомом рассчитался. Только вот на руках не хватает для скольких пальцев. Берешь чужое, отдаешь свое. Я берешь чужое, отдаешь свое. Берешь чужое, отдаешь свое. В конце так можно потерять все. Можно потерять все. Берешь чужое, отдаешь свое. Я берешь чужое, отдаешь свое. Берешь чужое, отдаешь свое. В конце так можно потерять все. Потерять все. Берешь чужое, отдаешь свое. Да, берешь чужое, отдаешь свое. Берешь чужое, отдаешь свое. В конце так можно потерять все. Можно потерять все. Берешь чужое, отдаешь свое. Да, берешь чужое, отдаешь свое. Берешь чужое, отдаешь свое. В конце так можно потерять все. Потерять все. Берешь чужое, отдаешь свое. Да, берешь чужое, отдаешь свое.